Бесплатные участки на территории Мурманской области положены тем, кто участвовал в СВО и был награжден звездой Героя России или Орденом Мужества. Похожие программы уже есть в регионе, например, «Свой дом в Арктике». По ее условиям военным предоставляется большая субсидия, чем гражданским. Зато, где проживают служащие, спрос на землю высок. В силу регулирования в ЗАТО мы не можем предоставлять эту землю в собственность, но они, такие ребята, будут получать право аренды земельного участка, но за рубль. И напомню, что ранее принята нормативная база у нас в регионе о том, что земельные участки, все без исключения участники специальной военной операции, могут получать без торгов, право аренды без торгов. В ближайшее время ответственные ведомства должны наладить разъяснительную работу и отрегулировать сотрудничество с Центром защитника Отечества. Механизмы должны быть сформулированы в течение 2 недель. Через 2 месяца замгубернатора Владимир Евменьков представит отчет о предварительных результатах. На каждом слайде